Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, и сегодня новая серия. Очередная. Четвертая. Половина. Мы отсекать будем половину нашего рассказа по замечательной книжке Shroud of Night. Да, Альфа-Легион выполняет свое тайное задание, миссию и умирает потихонечку. Вкратце, что было до этого? Мы рассказывали вам о судьбе одной команды, невоспетые, они сами себя так называют, часть некого подразделения большого формирования Кара, опять же, само название Альфа-Легиона, которая находилась на Бладфорже, планетке в Глазе Ужаса, где постоянно друг друга все шпехали с целью, чтобы остался только один! Не могли оттуда улететь, на самом деле. Да. Никак не получалось. И победили, по сути. Победили. Вот эти альфа-легионеры, простые ребята, которые отказываются от всех богов хаоса, игнорируют их и ведут себя как добрые, плохие парни, получается. Ну, автор так настаивает. Типа, мне напомнило, знаешь, что неудержимых. Неудержимых. Да, это вот есть. Как команда. Да. Шварц и Сталлоне собрали всех героев боевиков. И такие же дряхлые. И получился альфа-легион. И с них также можно песок убивать, по сути. Да. Их завербовал себе лорд Хаоса. Слонишевский лорд Хаос. Да. Который захотел, чтобы эти ребята доставили некую посылку к Дзантресскому маяку. Маяк — это что такое, что находится в улье стойкость. Endurance, на какой-то планетке, которая напоминает там Интерстеллар, сплошные океаны, и этот вот маяк держит некое Unity, то есть единство дзандерхианское, которое нечто вроде, наверное, маленького астрономика, по сути, который вот в гуще этого буйства нового из-за разлома, оно вот там существует себе, и там более-менее стабильный участок. Тут нужно отметить, что события происходят уже после событий падения Кадии, уже прошло какое-то время, вот уже Примарис везде фактически, и в том числе и на этом маяке. Да. На этом маяке вообще контингент довольно большой, там ИГшников очень много, Астромилитарум войск, Сестры Битвы, Монастырь фактически довольно большой тоже. Багровые слезы. Да, потом Имперские Кулаки, подразделения, включая Примарисов, ну и Механикум. Да, и Механикум. Все они там добывали Прометиум, Механикус, и нападает на них Хаос. Хаос в лице, как минимум, лорда Хордоса, который огромную толпу хорнатиков просто вот так вот шпехает на орбиту и заваливает мясом. Да, тайное подразделение Альфа-Легиона, которое тащит посылочку, это Сайкс Раб, где императора, волшебник Фил Кайрона, да, который весь в татуировках должен быть доставлен по заказу этого лорда Анашидского прямо к маяку, а дальше там что-то произойдет. Зайдет. Вот наши ребята пробрались сквозь все этот огонь, воду, медные трубы, в общем, долетели. О чем мы в прошлый раз мы закончили? Потеряли кучу бойцов, но высадились на платформе, добывающей Прометиум, прорвались с боем до телепортариума, но потом, получив какие-то инструкции и приказания, подразделения, в том числе и Механикус, подорвали этот телепорт, но обесточили его, привели в негодность. И ребята такие, опа, все, тормознули, нечего делать. Но лейтенанта на пытку ведет спаймастер, там, трясет и говорит, эй, мужики, смотрите, вот он кое-что знает. И на этом мы остановились. Захватили пленного. Да, вот, они, конечно, немножко потеряли, но сейчас мы начинаем с другого. Темное пространство, все трясется, аварийные огни красные, все озаряют багровым, все помещение какой-то большущей капсулы, в которой сидят облаченные в багровые доспехи, шипастые узоры, космодесантники, которые чатят себе под нос в припадках. Kill my burn. Дредкросс, торнадо летят. Да. И все это глазами наблюдаем могучего воина, который тоже сидит, наблюдает за всем этим, а в голове у него только вспышки, и ангел. Ангел расправляет крылья, и он чувствует, как хочет взять череп этого ангела, только об этом и думает. А вокруг все озаряется кровавым, кровавые руны, кровавые потеки везде. И вспышка затрясается этот дредкло от того, что по нему идет просто массированная флаг-подготовочка защитных платформ, которыми просто усыпано все море. И вот он летит, и уже вот он близок, прямо к улью стойкость. Бабах! Тих, попадание. И все в темноту. Все в темноту, и чувствует этот боец, как начинает центр стремительное ускорение его вдавливать просто в это вот седалище аскетичное, потому что завертелось дредклосс, завертелось. Еще одно попадание, бабах! И вырвало часть какой-то кусок обшивки и завалило некоторых из бойцов. А это, само собой, берсеркеры. Хорнаты. Да.
их разметало просто по всему начинке. Встает этот боец, у него в руках топор, в другой классный пистолет. Это Кхарн, мать его. Сам Кхарн. Да, и он прям чувствует гнев, ярость, но не сегодня, но не так. Чувствует, что уже не может держаться в ногах, хватается за какие-то куски, за какие-то трубы. Удержался на ногах, потом понимает, что уже не добраться наверх, к пробоине, и решает пойти простым путем. Берет, нажимает руну на своем топоре, Горн Чайлд. Который сделан из обломков топора Ангрона. Именно, врубает. Тут на самом деле надо просвещайку про Кхарна. Просвещайка! Кхарн, предатель, величайший чемпион Кхорна, яростью и жаждой крови уступающий лишь своему демоническому примарху Ангрону. А жизнь его наполнена убийствами, предательствами, пролитой кровью и бесчисленными черепами, собранными для его повелителя. Кхарн, предатель, всегда сражается в гуще битвы. Его тяжелый цепной топор «Дитя крови» вздымается и опадает, отсекая головы, срубая черепа. Кхарн живет лишь ради битвы и возможности убить всех, до кого дотянется топором, будь то враги или друзья. Лишь сам чемпион знает, сражается ли он во славу кровавого бога или же, чтобы заглушить бесконечными убийствами измученные голоса в голове. Ведь немногие, когда-либо увидевшие предателя, могут о нем рассказать. Ну вот, он берет этот топор, врубает руну, зверел свирепый демон внутри, и он рассекает дредкло обшивку, там мышцы летят во все стороны, мышца там напрягается. Вот так это делается нынче. Ну че там, адамантий там, чтобы броня... Ебал он это в рот, распотрошил эту обшивку и руками раздвигает пластины. Держится за них, ему в лицо мощный поток ветра такого, ах, морозной свежести. И он стоит такой, перед глазами у него ангел. Джек Николсон в сиянии. А вот и Джонни, блядь. И видит под ним огромное море, которое горит от прометеума, чадит дымом. Внизу куча корабликов, которые уже тонут. И оно все приближается, это море. И уже недалеко... этот улей. Но они падают далеко не в улей, подбитые. Они падают в море. И он такой... Как вы думаете, что он сделал? Конечно! Это же, блядь, Кхарн. И он понимает, что надо бы немножечко это дело изменить ход событий. И выпрыгивает. Дредкло, само собой, быстрее летит к поверхности. И вклинивается прямо в это море-океан и взрывается к хуям с собачьим. А Кхарн как... Где это было? В каком-то недавнем фильме кто-то выпрыгивал тоже такой и такой... Том Круз, наверное, какой-нибудь. Ну, типа, эдакий Том Круз 40-го тысячелетия. Злой Том Круз с параллельной вселенной. Ну, вот он устремляется прямо в море и ныряет. Перед самым падением он сгруппировался, напряг все свои мышцы и прям почувствовал, что от падения на секунду у него на долю секунды аж вышибло сознание Кхарна. Потому что если бы его нечеловеческое строение тела, которое подарил ему, сука, император, а он неблагодарная тварь, так он воспользовался. Если бы не Павер Армор, который укрепил его, его просто расплющило в котлету. Ну, еще и силы темных богов. Ох, это сейчас сила покажет себя. И вот он мощными толчками, движениями, могучими движениями к поверхности. И поплыл. Смотрит, а внизу темнота, которая таит в себе неизвестно что. Но я-то знаю, что я ж боюсь этого, там какая большая хуйня. Мегалодон. Да, мегалодон. Это, кстати, спойлер. Реклама, не скрытая. Выныривает, такой, озирается. Видит, вот он улей, вот он близок. Но... то, что их сбило, это огромная башня. Торчит из воды защитное сооружение, которое испещрено просто этими флакенами и прочим дерьмом, и это сбивает все хорнацкие крафты. И он такой, суки! Ну, твари! Вы не спасетесь, собаки! Вы только отсрочили свои страдания! И давай туда грести. Подгребает. Плывет его никто. Да, да. Не спрашивай, как это, потому что потом, в конце этого рассказа, вы увидите, как тяжело десантникам на самом деле в воде дается. Другие десантники не такие успешные в Павер Арморе в воде, как этот парень. И он плывет в нем, погребает к стене. Его никто не замечает, потому что все заняты обороной, там, противовоздушной. Мы били дредкло. Да, за горячим прометиумом. Ну вот. Смотрит, ага, хорошо, суки, сейчас он будет круто. Цепляется в обшивку, приподнимается на каких-то матросках, каких-то там вот ржавых элементах, врубает Girl Child, распиливает обшивку. Также ее открывает огромный бронелист и вваливается в туннель, весь мокрый и пышущий от ярости. И начинает просто нагреваться, такой пар от него исходит. Он такой, ага, повеселимся, блядь.
маленькая комнатушка, сидят три чувака, обсуждают планы. Так, если они прорвутся, упадет наверх там какой-то летательный аппарат, нужны в этом отсеке сделать. Бабах, блять, вышибается дверь. Огромный космодесантник врывается. Kill man, burn. Ёб твою мать, за лазганчик какой-то хватает, куда за пистолетик. Начинает по нему стрелять. Пиу! А он идет, бабах, бабах, пиу! И от него что-то от брони просто... Либо отскакивает, либо автоган, либо поглощается, что-то в плоть впивается, но ничего, просто почернела плоть, и ничего больше не случилось. Он подходит к ближайшему, на-на-на-на-на-на, такая башка подлетает, с гримасой кровищей, шлёп. Другие такие, что за хуйня? И у него счетчик фрагов там начинает переключаться сразу. А там написано, да, и вот он почувствовал, что пошел отсчет черепов на этом мире. Смотрит к другого ближайшего, плазма пистолет ему испарила полтунующего человека, а другого просто не подходит ничего, берет и с ноги огромный стол, мощный, если не сказать дубовый, то точно либо какой-нибудь армированный, ну потому что аскетичный, далеко не легкий, чтобы, да, чтобы стоял надежный толстый стол, с ноги посылает в чувака, третьего, и, конечно, к фильму бах его к стенке и расплющил этим столом, такой вмятина. Хорн был доволен. Красота неимоверная. И пошел взять пахать, молотить ячмень. Станет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Описываются красивые сцены, как делают засады. Вперед, мужики, навались, давай-давай. Баррикадки делают такие. Стоим, готовы. А просто из пара, там трубы же сидят в этих коридорах, там огромная фигура идет, ползу пистолет, бабах, кого там испепелило. Идет, а по нему все стреляют, но ноль эффекта, он просто методично подходит и начинает взмах, троих там располосовало в какой-то грубке, уже ближний бой. Именно, какой-то штык приковал такой, вперед, бля! Берет рукой одной штык, вот этот, изворачивает, и так вот, бэм, в табло, и там голова, в ничто превращается. Кто-то пытается кидать гранаты, они у него взрываются, но ничего, у него обуглилась кожа где-то, рука же одна простая у него, не бронированная. Она уже черная вся, в кровище вся, но это его вообще не останавливает. Гвозди мясника в его башке начинают ввинчиваться, ныть его, он чувствует жажду крови и боли, которая его пьянит. И только ангельский взор все время перед ним, он должен добраться до этого, мать его, улья. Он к нему идет методично. Вот он заходит в какой-то магазин, где куча-куча по... Магазин, да? Солдатик. Где моя моделька, блядь? Некрасиво! Вторая лучше, не канон! Там полки, там что-то хранится, бочки. Пытались какую-то баррикаду сделать чуваки. Ничего, он всех метает, уничтожает, потрошит сквад за сквадом, которые отсылаются для того, чтобы его сдержать. И он поднимается в итоге до самых верхних уровней, где уже неустанно хреначить батареи, противовоздушные обороны. Там его встречает комиссар, который выхватывает шпагу, типа «Вперед! В чарджу!» На Харна! А им похуй! Вперед! Почему им похуй? Потому что «Ой, да, босс, хорошо!» А Грин здоровый «Да, идем, комиссар!» На него Агрин сквад. Но в итоге там краткое описание, только головы катаются, агринские. И комиссар такой «Тварь, почему ты еще жив?» Он, и огромная дыра, которая припеклась, уже от плазмы выстрелила в груди комиссара. Он отсрочил только на буквально минуты неизбежную судьбу. На этих минут хватает противовоздушной обороны, которая, понимая, что уже все пиздец, начинает в удвоенном темпе работать по харнасским этим транспортникам, сбивает даже некоторые, успевает, но после этого Карн, как в фильмах ужасов, открывается обшивка, где такие людишки. А потом написано, как прям в сценах, это реально из кого-то, не знаю, как будто сверхъестественное, смотрю какой-то сериал, такая показана, что оросились кровью внутренние интерьеры этой вот башни орудийной. Все, меньше чем за час Харн захватил в соло крепость. Падает рядом Дредкло. Открывается, там такие, kill member, kill member. Он подходит, Харн туда,
вот он его путь, Вулей, вот он его путь. Знаешь, как фильм подходит, смотрит на внутренность, там берсеркер его приветствует. Да! Да, черепа богу! Он разворачивается на камеру и типа Killmember! И тут как бы заставка пошла, типа титры, там, типа, как в сериале. Это Shroud of Night. Тут в главных ролях Карн Селестина. У кого самая большая шишка на этой планете теперь? Да. Потом погрузочный лифт. Как в Half-Life. Кто помнит, Half-Life надо было на большой лифт вставать, и он под углом долго-долго-долго вот так по диагонали спускался вниз. Там какие-то хедкрабы падали. Вот один в один. Технологический погрузочный лифт, который спускается медленно, на нем наши бойцы. Бойцы из невоспетых. Они друг с другом общаются. Фелк, Скарл и Кроул, они отдельно. От всех вообще. При этом автор охуенно допустил ошибку, и редактор это даже... похуй, так пойдет. Он написал автору Фелк, снайпер, Кроул и Скайриф. Скайриф — это скаут, который такой мастер с ножами, там ходил, там резал в прошлом всех. Ну вот, очень крутой такой скаут. Он написал, вот они там сидят. И дальше. Фелк, как и положено снайперу, в своем этом круге для медитации и медитирует. Кроул, голем, сказано там, голем почему-то. Кроул, голем, залечивает уже до конца свои раны. Дырку в груди. Которую получил. От ракеты. Которая почти затянулась вся. А потом, лунатик, какие-то непонятные мантры над своим драгоценным огнеметом читает. Но это Скарл, лунатик, у которого огнемет, а не Скайриф. А Скайриф — это чувак, который немножко такой своеобразный, типа намек на такой мини-керс получается. И такой читаешь, такой, какой огнемет, бля, это же другой. Лунатик же другой, чувак. Ну, перепутали, это прикольно. Какая вот бага в книжке оказалась. Ну, не суть. Бывает. Все остальные маленькими группками шепчутся между собой и готовятся. Ахасор и Махор. Ахасор — это апотекарий, который исследует тело Махора, будучи поломанным в прошлой серии, напомню, ему руку там сломал. Он обследует его и говорит, ну, рука твоя, окей, мускулы, они скоро срастутся, и через час, максимум через день, ты уже будешь готов к битве. День — это очень долго. Это очень долго, апотекарий. Да, я знаю, потому что сейчас тебе вколю комбат-стимуляторы. Он такой, зачем на меня тратить? Не нужно. Их мало осталось, лучше переберечь. Если ты, конечно, не хочешь мне вколоть то, что ты нашел у экскурциаса на барже, на крейсере. Тот такой, эту грязь я не буду вкалывать, даже если мы все будем валяться в грязи, в говне. Полумертвые, нахер надо. Потому что потом, бог знает, как мы потом мутнем. Какой-нибудь Махорский спит. Да, Махор такой улыбнулся, такой, да, ты хочешь, чтобы я видел трехсисичных демонеток танцующих передо мной? Так и написано. Free breasts. Я сразу вспомнил это Шварценеггера и про Марс. Да, вспомнил все. Ну, хоть кто-то помнит, что у демонеток три голые сиськи. Это очень приятно мне было читать. Ну вот. Ха-ха! Трехсисичных демонет, Махор. Это в лучшем случае. В худшем. Как бы у него самого сиськи не выросли на спине. Самым вероятным, ты просто где-нибудь в пене будешь валяться и сдохнешь страшной смертью. Давай, я последний апотекарий у Кары. И я решил, что так будет вернее. И так нужно. И вкалывает ему комбат стим. Махор смотрит на него. Братья-то все с тобой. Угу. А Хасор глядит на контейнер, который у него. Канистрочка такая болтается. Все тут. Все со мной. Геносемия. Да, геносемия. Он такой, я рад, что пока получается всех сохранить, все их наследие. И рад, что их наказание наконец-то закончилось. Махор такой, блядь, опять эти суеверия. Ну, кто посмотрел первую, вторую часть, там помнит, что апотекарий, он такой любит всякое такое. Эзотерику. Эзотерику такую пихнуть, да, вот эти вот пророчества, как все в пророчествах было. Ну вот, опять эти суеверия. Не нужно, отринь их. Нет, это не суеверие, это наша кара. Сам подумай, за предательство легиона, за предательство наших друзей и братьев, за отказ принять веру. Веру, когда в галактике живут воплощенные боги, по сути. Нет, это точно кара. Из-за этого мы несем все это наказание за собой. Махор такой, блядь, ты неисправим, ты опять эту телегу толкаешь. Завязывай с этим. Ахасор такой, я просто надеюсь, что живые будут так же спокойны, как сейчас наши мертвые. И этот контейнер как бы поглаживает этот контейнер, потому что он об этом заботится, как настоящий трушный апотекарий. Как думаешь, спрашивает Махор, наша миссия это в жопе уже? Ну, косар нас не подводит, не подводил до этого,
и не подведет сейчас. Это магнитные туннели, к которым мы идем. Это технические отсеки. Мы будем спускаться сейчас глубоко-глубоко под воду. Ну, как бы описывают, где они оказались после тех событий, когда допрашивали лейтенанта. Мы вот спускаемся глубоко под воду, и сейчас попробуем способ добраться под водой по старым туннелям до Улья. Это наш единственный способ. Махор спрашивает, это хороший план. Мы же все выполняем, да? Ну, вообще, нет. А Хасор опотекает и говорит, ну, вот сам подумай, что произошло? Мы упали, многие из нас погибли. Халфиус, например, потерял почти все полезные гаджеты. Радуется, что хотя бы кофер с ним, эта коробочка демоническая, непонятная. Вот. Показывает на Фалкира. Это один из близнецов Фейкор и Фалкир. Напомню, Фейкор с Хэвиболтером, Фалкир такой вот своеобразный, нагловатый чувак. Фалкир ранен, его в прошлой серии из плазмогана, там, когда штурмовали телепортариум, оплавило. Я рассказывал об этом. Он будет носить ожоги, которые до конца жизни останутся с ним. И вглядывается, а там Фалкир, он сидит, и над его шлемом Халфиус работает, как бы смотрит такой, блядь, а там шлем такой оплавился же весь, да, и понимает, что нужно, скорее всего, придет скоро в негодность шлем. А у Фалкира реально такое лицо, все такое, ну, блин, когда там плазма рядом с тобой пролетает, такой, половина лица превратилась в гурона. Спеченную плоть такую. В гурона превратилась. Я вижу гурона маленькую у тебя на лице. У тебя Гурон вскочил на лице. И Ахасор добавляет Махору. И как ты думаешь, кого он сейчас винит? Винит за произошедшее. Это намек, что у них с Касаром и Фалкир и Касар у них терки. Сейчас будут раскрываться характеры, которые издалека подавались еще в самой первой серии. Это же во второй. Что Фалкир, он такой парень, который сожалеет о том, что они до сих пор не присягнули темным богам. Очень раздражает его это. Фейкор, Махор такой, да это же, блядь, сила крови. Конечно, он будет на стороне брата, но... Верность, я уверен, вот всегда, он будет в нужный момент верен Касару, как все, в принципе, мы. Такой, все мы, Ахасор? Ну да, я в тебе уверен, в Сахе уверен. Это который Векселор, ну знаменосец. Вот, я в Халфиусе уверен. Ну а другие, вот Кифос, например, Спаймастер. Вспомни Спаймастера. Ну, шпион, мастер-шпион. Он же совсем уже поехавший. Он же такие методы использует. Просто пиздец. Махор такой, ну медды, не медды, в всяком случае они стали гораздо мягче, чем были. Мягче, чем были! Да у него руки по локоть, блядь, в крови, по локоть и хори. В крови. И хори. Нет, ты не подумай, мне на смертных плевать, на их страдания и прочее. Но есть вещи, которые приступать глупо, ну за рамками. Он упивается уже пытками, допросами. Я бы это все сделал в два раза быстрее и в два раза безопаснее, не прибегая таким методом. Он же поехавший совсем. Такой, ну поехавший, не поехавший. Здесь мы благодаря ему, во-первых, на этом лифте спускаемся. Нормально. Я думаю, все с ним нормально. А Хасор все равно не согласен с этим. Он говорит, блядь, ты же понимаешь, может, я, конечно, слепой, но я думаю, ни один я подмечаю, что он утаивает. Он утаивает много информации. Возвращаемся в прошлый выпуск, где он сидел на этом кораблике, такой, типа, ага, о, информация. Типа данные, да, скачивал. Да. Ну, поделиться, ну, информация-то силы, не могу, блядь. Вернул такой, нахуй, все себе. Ну вот, он же многое утаивает, он много не рассказывает. Ну, это Махор. Ну, я думаю, может, это из-за того костяного пляжа, он так поступает. С тех пор, там нихуя не говорится, что это костяный пляж. И Ахасор такой, блядь, нет, хотя может быть, в принципе, но это не оправдывает его. Так, блядь, нельзя. Так нельзя. Нужно делиться. Когда-нибудь это может нас поставить под удар. Он такой, ладно, бог ты с ним, Ахасор. Мы живые пока. Цах, ты, Скайриф, я, Халфиус. Этого хватит, костяка хватит, костяк лояльности, верности. Ты живой. Наша кара будет жива, ну это подразделение, да, Харл, до тех пор, пока ты и наследие наших братьев живы. Вот это говорит Махор. Пойдет Касар, я позабочусь о том, чтобы ты точно выжил, потому что благодаря этому бочонку, вместе с этим бочонком будем жить, по сути, все мы, наше наследие. Поэтому давай, не парься, дружище, расслабься. Сложные взаимоотношения в команде. Да, вот лучше посмотри на Сайса. Вот такой, Кульфик сидит около Касара, пока тот разговаривает с другими бойцами. Вот посмотри на Сайса. Хасор приглядывается, такой, да, этот шкет, сука, что-то скрывает точно. Он точно не договаривает чего-то. Возможно, вот, пускай Кифос, ну, Спаймастер-шпион, вот,
методы свои на нем отрабатывать. А что там отрабатывать? Покажи, где тебя трогал Лорд Хауса. А везде. Везде. Как у Чиполлино. Ой, какой это, Пиноккио. Ты мне лжешь. О, как ты мне лжешь. Извращенный Пиноккио. Ну вот. Тот говорит Махор, да ладно тебе, я думаю, косар сам уже не дурак, сейчас допытается все, что нужно знать. Такой, все, хрен с ним. Одевает член. Буду поговорили. Потому что подъезжает уже лифт. Он опускается. Косар дает приказание включить третий шифр. Ну, шифрование разговоров. Всем шлема примкнул. Одевают все шлем. Только раздается сдержанное. Это Халфир, которому пиздец, как больно одевать шлем на его еще не зажившее совершенно лицо. Ну вот он его натягивает. Все в порядке, такой нормально. Боль напоминает мне о том, что я еще живой. Не как мои братья. И такой поглядывает на косара. А тот такой, похуй, не заметил, не услышал. Я этого не слышал. Этого подкола я не слышал. И вот раздается по воксу от косара. Паттерна Рахна. Все такие полупригнулись. И знаешь, как спецназ, знаешь, как ходит такой. Тактикульно. Да, тактикульно, сгорбившись в полуприсядочку, начинают идти. Идти спускаются, небольшой туннель. Там темнота, и только такой красный свет местами. Знаешь, как в фильмах лампочки. Вум или в играх. Проходят, вода уже капает. Вода по щиколотке, они проходят медленно. У них включается зрение, прибор. Ну, вот видит такое большое, круглое что-то. Подходит ближе, а там черепушка нарисована, это дверь. Такой, Халфиус, приборная панель. Такой, я ничего не вижу. Нет никаких признаков вообще, что она как-то сюда открывается. Что за херня? И тут Кифос такой, может, это лейтенант последний подарочек нам сделал. Решил нас здесь замуровать, живьем оставить. Косар такой, да, этот парень был, ну, лейтенант, которого они пытали тогда. Этот парень, конечно, был крепок. И если он готов был на такой подвиг посреди тех мучений, что ты ему доставил, то, блять, видимо, в империи что-то там срослось. Да, нормально. Неплохо срослось, раз пошла такая порода у смертных. Но тут легкий такой писк, и такой, воздух где-то подстроился, воздух. И такая огромная сверху руна загорелась, такая из красного, легкого, зеленый такой, пым, и Халфиус, да походу мы не должны ее открывать, это похоже на воздушный замок. Типа шлюз. Угу. Типа они походу давление просто, ну вот, выравнивают давление. Тум, еще одна руна, тум, такой, массивный блок начинает как World 13. Да, поворачивает шестерня. Да, и он потихонечку отходит. Они такие, отлично, это был всего лишь шлюз. А, проходит дальше, и там еще больше воды. Два огромные помещения, такое длинное, вытянутое. Два ряда колонн. Везде уже вода ручьями. Там еще больше воды. Сбоку рельсы начинаются. Такие... С другого боку тоже рельсы. И они в центре куда-то сходятся и вдаль. Станция метро. Типа того. Вокруг копошатся сервиторы. Они такие. Уже ржавые. Плоть там полусгнила на них. И они что-то пытаются делать. Но то, что они делают, совершенно не нужно. Никак не исправляют ситуацию. Они там замкнуло кого-то. Бьет куда-то своей клешней. Они проходят в защитном паттерне. Все смотрят, озаряются. Какой-то фонарик работает. Там поверху такой. Хоп. По потолку. На потолке там всякие шестеренки, знаки механикус, кусочек аквилы там такой торчит, который уже так проржавел хорошенько. Все пришло в запустение. И они такие думают, блядь, где мы оказались? Там огромный знак. На знаке написано, там стрелка такая, и типа туннель 21. Название станции. Да, и они такие устремляются, так, подходят, такие, все. Есть признаки жизни, Халфиус по своему сканеру. Нет, блядь, никаких признаков жизни, которая бы представляла угрозу, ну, кроме сервиторов, да. Ну вот, либо признаков вооружения активного. Они такие, отлично, хорошо. Проходит чуть дальше, эта тьма расступается перед ними, и там еще одна дверь. Ворота. Большие ворота. Они такие, блядь, что будем с ними делать? Приборная панель, агитатор. Халфиус, давай, ебошь. Халфиус подходит такой, набирает там что-то.
Еб твою мать, все, мне она не открывается. Почему не открывается? Я не могу, тут нет такого, типа, блядь, я не открываюсь, потому что... Сах такой, ну а какие идеи, может, она не открывается, потому что там все уже к хуям затопило, потому система наглухо заблокировала эту переборку. Но если затопило, то пиздец, считайте, что мы приплыли, миссия наша на этом заканчивается. Этот косар такой смотрит, думает, хорошо, какие есть варианты. Вернуться обратно, не вариант. Там все, там путь для нас закрыт, никакие хорнадские крафты нам не подойдут, слишком дохуя времени будет потрачено, потому что там-то, возможно, уже этот Ходор, хотел сказать, Хордос, может, уже нарубает остатки защитников и уже готов ручки к маяку. Ладно, будем подрывать хуям собачьим. Халфиус заряд запечатки еще остался, Халфиус такой смотрит, такой, ну, похоже, у меня как раз осталось то, что единственное, что может подорвать эту дверь. Тут Фалкир такой, подожди, блядь, ты хочешь, что утопили всех? Ты там порешал кучу народа. Здесь ты приходишь отдымить остатки? То бишь, чтобы мы буль-буль-буль-буль-буль всем? Он такой, нет, ну это уж какой-то пиздец будет, дружище. Встает перед ним такой, нет, давай-ка лучше мы, может, сейчас быстрее все дело закончим. Я возьму тебя, грохну прямо сейчас, а потом мы со всеми остатками. А еще и твою культиста тоже на кукане проверчу. А потом, мафака, мы все с пацанами пойдем наверх, раздобудем корабль, съебем отсюда, а? Каков план? Да, он стоит перед косаром. Косар вообще невозмутимый совершенно. Смотрит на него и такой: Фалкир, перестань болтать. Отойди, сейчас же. Написано так: тишина. И только капли воды. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Секунда, еще секунда. Фалкир опускает голову и разворачивается. Хрен с вами, взрывай. Я только болты сэкономлю на этом. Повыебывался. Это как бы тоже круто описывает Легион, что они, в отличие от, там, не знаю, слонных шитов, которые, мой лорд, я не то сказал, хуяк там бошку с плеч, они как раз ценят переговоры, но субординацию не нарушают. Это как ты как бы пиздишь, но дело делаешь, потому как бы тебя терпят. Вот, он отходит. Халфиус готовится, минирует, что-то там врубает. Косар наблюдает за ним и думает, ну, блядь, заебись. Тихомарин, конечно, с него хуёв, потому что Халфиус, он не ахти готовился там, не ахти штудировал все это на Марсе. Нет, ему это не сильно интересно было. Но вот как подрывник, вот подрывник от бога просто. И он рад, что он сейчас с ними находится, там, минировал. Отходим! Все отходят. Махор, Цах, они все прикрывают вместе с этим здоровым Кроулом, чтобы, не дай бог, что, Сайкса такие закрывают его своими бронированными телами. И стоит Халфиус такой, ну что, косарь, я подрываю? Такой, ну подрывай, сейчас узнаем. И там такой аккуратный взрыв, который выносит, там все разлетелось, кого-то из сервиторов там осколками посекло вообще. И все такие ожидают, что сейчас там фонтан, да, но ничего не происходит. Все такие, отлично! Невоспетые, вперед! И такие, тактикульно в эту дырочку. Спасатели вперед. Да, туда вот набиваются и смотрят, что же там дальше. Ну вот, а после этого они наблюдают какую картину. Наверху потолок из бронированного стекла. И Махор смотрит, и там красиво. Я бы хотел сказать, что какие-то такие киты. Рыбы плавают. Царство и донет. А там царство и донетов и люминесцентный планктон. Очень красиво, ему это напоминает звездное небо, как будто звездное небо над ними. И какие-то непонятные твари мимо приплывают. Они лучом многочисленных фонарей рассекают тьму и видят какое-то депо, куча контейнеров, старые погрузчики. Все это уже давно пришло в негодность. И взгляд цепляется только с два больших объекта. По центру башня, в которую сводятся пути. Они замечают кучу путей, некоторые туннели. Некоторые заблокированы, некоторые стоят. И огромный, длинный мастодонт, который тянет свою тушу, как червь в один из туннелей. Паровоз. Паровоз невъебенного размера. Поезд с вагонами. У которого огромная аквила в морде такая. Ну, был уже у Макнила демонический паровоз, а тут имперский паровоз. Огромный имперский паровоз, который даже Халфиус удивляет, что трепет чувствует, гигантские движки в локомотиве, духи машины, которые, наверное, наполнены яростью, если их активировать, огромные турбины, какие-то движки гигантские торчат, и все это пока, ну, мертво, оно мертво недвижимо, спит, и он такой, вот это да. Вот бы прокатиться. И Цах, боже, это больше похоже на какую-то огромную какой-то огромный перерабатывающий завод.
как будто что-то гигантское. Ну, понятно, что это раньше использовалось для того, чтобы прометиум сразу там обогащать, либо перерабатывать прямо на месте. Как ну, его... сырое они добывали, да. По сути, сырую нефть. Возможно, это была фактория для переработки, да, уже да. Нефтепродукты отправляли поездом. И чтобы куда? Это быстрее было, он сразу же все это перерабатывал, да, на месте. Да. И чтобы, хоп, уже там было сырье. Ну вот, и такой, блядь, позор, что это приходит, все в запустении. Хал все смертный. Да чего, сука, император страну дарил? Вот, и он такой, это имперцы. У них все так, они сделают, восславят, облагородят. И по пизде пустят. По щелчку какого-нибудь расчерка пера, какого-нибудь жалкого смертного. А потом все это величие гниет. В запустении, всеми забытое. Все на бунт. Да, всем понятно, что телепорт был гораздо быстрее. Да. Поставили потом телепорт, и пожалуйста. А теперь поезд все уже это, не нужен. Все это не нужно, эти туннели никому не нужны. Ну вот, ну что делать? Надо запускать, видимо, поезд, они думают. Это было бы неплохо. Расстояние. Прикинул, я не имею карты путей, могу прикинуть, что миль 40 до Ульи. Мы ему пешком не определяем. На так поезде быстро. Лучше. Да, так что надо план какие-то скачать. Я побегу к Косар, в ту башенку, потому что это видно, что диспетчерская. Да, и пытаюсь скачать план, какие только смогу, найду. Дай мне 20 минут. 20, 10, блядь, бегом. 10 минут, я понял? Yes, sir! И убежал. Занимают оборонительные позиции, ну мало ли что, какая хуйня. Вдруг побегут клопы или сервиторы ебанутся. Занимают оборонительные позиции, а Косар берет сайт с такой подмышкой. Ну-ка пошли, дружок, посовещаемся. Я что-то упустил? Мой лорд, что? Что вы упустили? Я альфа-легион, я чую подвох. Хули пиздишь-то? Хули пиздишь? Я не понимаю вас, мой лорд. Я чую кусочек пазла какой-то, который я упустил из своих рук, а без этого пазла всей картинки я не сложу. А коли картинки я не сложу, значит могу сильно обосраться. Альфа-легион не обсирается. Он ну, такой, похож на какого-то КГБшника, на самом да, деле. Я же все рассказал, что я могу еще такому могучему уму? Лезть это не наше. Нет, твои мастера, хозяева, они-то любят поклонников. Идолопоклонничество, поклонение, жополиза. Мы с ним только альфа-легионер. Альфа-легионеры – только дельный разговор, дружище. Лизоблюдство – оно только противно мне, оно мне бесит. Что такое маяк? Расскажи мне о нем. Я все рассказал, хозяин. Это же маяк важный для нашего лорда, маяк единства. Оно нужно, чтобы связывать миры, планетарные системы. Да, это понятно. Что такое маяк? Что это? Может, хорп сайкеров? Может, технология какая-нибудь? Что? Или имперцы совсем ебанулись в минуты отчаяния, с какой-то темной сущностью связались, что она обеспечивает им проход в материуме? Что это? Я не знаю, мой лорд. Знаю только, лорд, что маяк появился сразу с приходом Великой Тьмы и рабы. Рабы идолопоклонники дохлого трупа, они считают, что это подарок от их императора, что это свет во тьме, я все, что знаю. Ладно, хорошо. Последний вздох господина ПЖ. ПЖ. Послали тебя, вот почему, почему тебя? Почему только одного тебя? Не в лодке, не чемпионов он послал, почему? Какого хера? Простой смертный в этой оболочке. Потому что я лучший, господин, я же говорил, я лучший. Надо мной долго трудился Фелкаэрон, долго. А что тебе нужно, поставить у маяка, что ли? Поссать на него, сказать какое-нибудь слово. Давай, помнишь, как Брюс Кэмпбелл говорил в «Армии тьмы»? Там, а если ошибешься, обосрешься, что будет? Термоядерный варп-взрыв? Нет, ничего не надо, все на моей коже, они руны, рунами покрыл Фелкаэрон, сам покрывал меня. Мне нужно просто подойти, оно потом само произойдет. Вся эта нечестивая магия, она сама из меня выйдет. Все на коже. Неплохо. Говоришь. Хорошо. Темные боги. Они же просто так силу не дают. Ты что ждешь от этого? Ты же не просто сам вызвался. И не такой, наверное, тупой, что готов отдать свою жизнь за просто так. В глазах же вижу. В тебя нет этого раболепства, которое... А, блядь, ты же не кузнец из давно фора. Куда тебя кликают мышкой, туда и идешь. Yes, master. В тебе же этого нету. Я не вижу где-то этого большой мышки, которая кликает куда-то. Такой... Свобода. Свобода. Мне нужна свобода. Какая свобода? Да, блядь, полная свобода.
мастер, мой лорд, я же не выбирал этот путь, я не выбирал, чтобы погибала моя мать моего племени, я не выбирал рабство, которое свалилось на голову у меня в виде Фелкаэрона, мне это нахуй не нужно, и я далеко не выбирал сам путь идолопоклонничества, нет, я не выбирал, мне это не нужно. Нравственное перерождение героя. Это прям как в Mad Max, Дорога ярости. Наверное, там он тоже был. Да, Накс, он был такой яростный, а потом наоборот. Да. Нет! Я не хочу этого. Смотрят на него. Многие ломались перед волей богов. Гораздо сильнее, чем ты. Те, о которых я мог только лучшее сказать. Буквально лучшие из лучших. Ты владеешь своим умом, это видно. Редкость. Редкость среди смертных, которые вступили на темный путь. Но так скажи мне, если вот те, лучшие из лучших, мои братья даже, они пали под пятой темной силы, какого хера должен верить, что ты до сих пор в своем рассудке находишься? Здесь может быть что-то другое? Ненависть! Да я ненавижу их всех! Ебал я их в рот! Пошли они нахуй, суки! Серега, можешь не запикивать маты. Хотел я давно сказать, не запикивай нахуй маты. Это можно оставить. Не будет, все не запикишь все равно, будет пробиваться. Ебал я их в рот! Они достали меня! Ебал я в рот! Это помнишь, как Макаревич в «Дне выборов» или дуэт «Двое из леса», как так называлось? Когда пели там, над костром пролетает снежинка. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На вокзалы кладу я лей-гладовай, на Мослифт, Москонцерт и Мосгаз, на Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз. На убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак, и отдельно с большим наслаждением я кладу на московский Спартак. И он начинает говорить, что я их ебал всех в рот, этих мастеров, их темных богов, нахер. Срать они... я хотел на темных богов. На всех на них я их ненавижу, ненавижу башков, их самих, их ужасы, их мутации, я видел, во что превращаются лучшие из лучших этих детей императора, что дает этот бог Сланыш. Нет, я 19 лет боролся с этой хуйней, 19 лет, но я слаб. Не я хотел быть культистом. Да. Я ухожу. Не хотел быть я культистом. Утомился. Что же делать? Чувствую, что я сломан внутри. Я полностью сломан. Растет во мне что-то такое, чего я видеть не хочу. Что Сланыш пробирается, вот цепляется за мою душу. И мне немного осталось. Все то, чем я дожил, все то, чем я являюсь, я делал это то, что от меня требует. Совершал ритуалы, обряды. Но я этим не упивался. Хотя прям ощущал, как кто-то говорит мне, давай, насладись, насладись, отсоси это, впихни туда. Но нет, мне это было противно. И ритуал убьет меня. Убьет меня раз и навсегда. И освободит. Косар теребит рукоятку меча Хекслинга. Я помню, это его демонический меч, который примерил у Лорд Хаоса. Потому что этот меч раньше был у одного из чемпионов. Из Круциаса, ну, который вот там был когда-то на Бладфорже, его завалили. Он был полностью порабощен Хекслингом, демоном внутри меча, а Косар нет. Он такой, а, смотри, не работает, сопротивляешься. Ну вот, и он такой, я знаю, что это, я знаю, что такое сопротивление, какой ценой это все идет. И смотрит на смертного, молодец, сопротивляешься, возможно, я тебе поверю. Еще на, он такой, мой лорд, а то ему уже похуй. Он так взгляд куда-то вдаль, на планктон смотрит и там мемуары свои. Я помню еще на Бладфорже, я сражался с искушением, многие из нас сражались. Не за себя я сражался, нет. Смотрит на боевых братьев, которые вот обороняют все это, его плацдарм, я сражался за них. За них, за моих братьев, за невоспетых. Я стремился, чтобы они ушли из цепких лап богов. Потому что боги ничего не несут. Я надеялся, я мечтал и мечтаю до сих пор, что мы пойдем по пути старого легиона. Старыми путями. И Сайкс такой, мой лорд, нельзя от них уйти, нельзя, они вас все равно, они вас все равно. Да нет, Сайкс, можно от них уйти. Я уходил раньше, и сейчас уйду, у нас другой путь, другая цель, своя миссия. Но я хочу тебе одно сказать. Если ты меня сейчас напиздел, дружище, если все, что ты говоришь, это просто вот красивые слова,
то знай, никакой там Фелкейрон, его дилдаки в анусе, это все не сравнится с той хуйней, что я тебе устрою. Долго ты у меня будешь умирать и мучиться. А что смешного? Ну, я, конечно, не принял Сланыша в себя, но он-то во мне пока. И много даров Сланыша я успел приобрести за это время, потому не думаю, что любая мука будет мне во вред. Мне, возможно, даже понравится. Он такой, понятно. Ну ладно, хер с ним, все, что хотел, узнал. Не давай, будет чувак. Насиловать его. Да. Зачехляется такой, жаль. Я такой, ну давай, чувак, ладно, нам пора делать дела. Какой-то прям альфач-колобок. От Сланиша ушел, от Нургала ушел, от Хорна ушел, да. От Императора не уйдешь. Это прям спойлер на самом деле. Я думаю, через два выпуска вы там охуеете немножко в некоторых моментах. А я не читал, поэтому, видишь, я в Ангелии. А это один из трех больших романов, потому что есть Иная, есть почивший Dark Imperium, ну, и вот эта вот серия без ничего, как бы. Херовый Dark Imperium. Да, вот эта серия, как бы, просто без ничего. А есть еще один, видимо, что это сюжетно образующий роман из Троицы Великой, потому что там такой нихуевый большой намек будет, вы все обосретесь просто. Когда кто-то там кое-что заорет, там вообще можно прихуеть. Дождемся. Да, ну это пока только будет спекуляция, но просто видно, к чему это идет. 20 миль. 20 миль. Косарь такой, блядь, 20 миль пешком по всей этой херне. Ну, судя по терминалу, да. 20 миль нам нужно преодолеть, чтобы вот до этой точечки дойти. И Халфиус показывает на плане. Хаб. Какой-то транспортный хаб. Там можно запустить систему поездов. Аварийная система запуска всей этой вот магнитной сетки, чтобы мы могли подогнать из седьмого туннеля, вот в то место, нам поездочек. Благодаря нему мы сможем быстро добраться до Улья. Косарь такой смотрит, такой, отлично, все готовы. Бегом, 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 не будем тратить время. 20 миль такие. Сайкс, он слаб, плоть, ты как? Я сделаю все, я крепок духом. Да, понятно, все с тобой. В общем, Фелк, Кроул, идите за ним. Ну, потому что, если что, Кроул потащит его на руках. Такой, пошли, гоу-гоу-гоу. И они, давай туда, по туннелю. По шпалам. Ходят, да, и пошли по этим шпалам, 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 шпалам. Проходят много-много-много маленьких-то развилочек. И такие все смотрят, Халфис такой, это технические развилки. Махор такой, для чего они? Ну как для чего? Чтобы сервиторам было удобно не обходить там кругами в другой туннель, чтобы между туннелями можно было преодолевать дистанцию по-короткому, и сервиторы могли обслуживать одновременно много туннелей. Потому они здесь и все такие ростики. Ну, такое подводное метро. Технологические туннели, да. Когда они сплетаются туннели, там как раз в узкой зоне находятся технологические туннели. Они такие, ясно. Проходят, идут, там уже некоторые подзатоплены. Там вода где-то спускается, и темнота сплошная просто. И они в этом боевом своем построении идут вот тут, хоп, Скайриф такой. Он лидирует, самый первый, потому что разведчик, ну, он такой, хуй, кулачок свой. Все такие, стоят. Он такой, чувствую. Сервитор на угрозу. Чувствую угрозу. Хорошо, жду угрозу. Ну вот, Халфиус такой проверяет по успеху. Ничего нет, по сканерам ни хера нету. И Фалкор, чувак с Скайболтером, такой, блядь, да как это он опять учуял-то? Косарь такой, да ты забыл, кто это? Это же, блядь, Скайриф. Ты же помнишь, какие у него там обоняния? Ну вот, сколько осталось? Нет, я не помню. Я не помню. Сколько у него осталось? Сколько осталось до хаба Халфиус? Осталось всего 4 мили. Вот. Сканер никаких сигналов не дает. Такие, отлично. Значит, будем доверять чутью Скайрифа, потому что это у нас не подводил. Что ты чувствуешь? А там, кстати, такой Сайкс такой, о, блядь, наконец-то мы. Наконец-то мы остановились. Такой, ёб твою мать. Уже весь потный, такой отдышка у него. Ну, конечно, блин, 16 миль пробежал. Здоровый. Больше марафона даже. Да. Он уже выдохся, хотя парень-то, как я уже говорил, такой, ну, дородный на самом деле. Вот. И говорит, я чувствую космодесант. Но состав крови непонятный, что новое намешано. Не могу различить, что это. Что-то чуждое. Какие-то мутанты. И такие, ладно. Император. Мутанты Коула. Походу, да. Там шоркается. Замедлиться. Окей, продвигаемся медленно.
всматриваемся, блять, в каждый там, не знаю, болтик, винтик, в каждую гаечку, в каждый там дымок, кратерок, чтоб, блять, по полной. Окей. И они такие вообще тихонечко начинают красться, красться, красться. И тут они вот спустя там милю-другую видят, баррикада стоит. Баррикада укрепленная, вот, там мало чего можно различить, потому что темнота, еще где-то какие-то испарения, ну вот, из этих труб служебных. И они такие, так, что тут за хуйня? Фелк, Фелк винтовку свою просматривает, это космодесантники. Такая, а хорошо, орден, желтая броня, ну понятно, все как и по планам было. Сыны ебучего Дорна, что будем делать? Они такие, так, Фейкор, чувак с Хейболтером, предлагаю наскок, быстренько вваливаемся, просто нашпиговываем и поехали дальше. Неплохой вариант развития событий, еще предложение. Сах говорит такой, ну а если у них средства связи, они там просто на изготове такие, а у вас кнопка типа, алярм, алярм, алярм. Такие, да, возможно, а еще они могут услышать, Халфиус говорит, наш подрыв, эхо. Ну, банальное эхо, это же не какие-нибудь там смертные инвалиды, это же космодесант. И они там чувствительны ко всей этой хуйне, могут там. О, что там было, какой-то взрыв, о, непорядочек. И кто-то бежит по туннелям. Да, да, он этот, чудилка-пыхтелка. Там да? Взрыв мог навести на самом деле шороху, и банально эхо, оно может на мире там. Уже готово. По туннелям, да. Ждут гостей. Они могут быть готовы, да, это может быть ловушка, это хорошо. И тут Фалкир такой смотрит, смотрит, блядь, а. Что-то в них не то. И одновременно с этим скаут такой, я чувствую, что здесь, да это не простой космодесант. Опять всматриваются, там эти визоры, а все. Что за паттерн брони? Я такой никогда не видел. А это, неужели эти самые примарисы? Ну, и там, Касар стоит такой, бля, да это точно примарисы. Вот, что мы собрали о них, что информацию, что же мы о них знаем? Да нихуя мы о них не знаем. Но они здоровее выглядят гораздо, чем простые наши братья. Трускейл. Трускейл Марины. И Кифов такой, нет, это недавно там инфы о них собрал, могу поделиться. И Ахасар такой, блядь, опять, смотрите, какого хуя? Ну, смотрите, ты опять, Питер, утаил информацию. Да я не то чтобы утаил. Вы же не просто... спрашивали. Да, во, вы не спрашивали. Вы не спрашивали, я не говорил. А не знаешь, что же с этим примарисом? Все такие, блядь, это ты охуел. Я Хасар такой, блядь, ну я же говорил вот об этом, блядь. Ну, в общем, это я могу поделиться. Делись, блядь. Окей. Просвещайка! Известно, что геносемя примарис по сравнению с обычными боевыми братьями включает 3 дополнительных импланта и гораздо более устойчиво, чем у предшественников. Оно имеет шанс только в 0,001% генетического отклонения от исходной базовой линии каждого поколения, что делает его практически невосприимчивым к генной нестабильности, которой всю свою историю страдают ордены кровавых ангелов и космических волков. Дополнительные имплантированные органы включают в себя сухожильную катушку, которая усиливает сухожилие космодесантника дюрометаллическими кабельными катушками, способные сокращаться с огромной силой, увеличивая в свою очередь силу космодесантника и обеспечивая его тело еще одним слоем защиты. Магнификат. Небольшая железа, вживляемая в кору головного мозга, благодаря которой выделяются гормоны, которые увеличивают функции роста тела, а также усиливают функции других имплантов, особенно осмодулы и биоскопии. Белизарийская печь – спящий орган, который соединяет оба сердца. Во время высочайшего стресса или когда телу космодесантника наносится тяжелейшая травма, он впускает дозу химикатов, которые самостоятельно генерируют гиперкоктейль, стимулирующий боевые навыки. В отличие от обычных космодесантников, примарис оснащены болт-винтовкой, которая отличается повышенной дальностью стрельбы и большей бронебойностью по сравнению со стандартным болтером Астартес. Среди новых подразделений Примарис – зачинатели. Они оснащены тяжелыми прыжковыми ранцами и особо прочными доспехами и могут десантироваться даже с верхней границы воздушной оболочки планеты. Когда от приземления зачинателей содрогается все вокруг, космодесантники, полностью контролирующие свое снижение, мгновенно открывают огонь из своего главного оружия – громоздких штурмовых болтеров. Шквалы выпускаемых ими снарядов сметают объятых ужасом пехотинцев противника, уничтожают важнейшие командные подразделения и заставляют умолкнуть батареи зенитных орудий перед началом высадки основных сил Ордена.
Еще одна новинка Примарис – изничтожители. Данные боевые единицы составлены из превосходных стрелков, которые обеспечивают группировки космодесантников Примарис опустошительной огневой мощью на средней дистанции. Их плазменные выжигатели достаточно легки для стрельбы на ходу, обладая при этом убойной силой, достаточной, чтобы повергнуть сосредоточенными залпами разъяренного тирана Улья или орочью боевую фуру. Всякое оружие такого рода, производимое в Империуме, выбрасывает жгучие сгустки энергии, однако плазменный выжигатель тип 3 Патерна Велизарий является самым совершенным в своей категории. Очереди из него расплавляют любую броню, причем без риска перегрева. Впрочем, последние преимущества исчезают при стрельбе смертоносными усиленными зарядами. При создании Примарис были внесены изменения и в командный состав. Теперь он включает лейтенанта. Это младший командный чин в ротной иерархии. На каждую стандартную роту в 100 космодесантников приходится по 2 лейтенанта. Новый ранг появился в связи с тем, что Рабаут Джелеман внес коррективы в кодекс Астартес, ныне обязательный для всех подразделений Адептус Астартес. Вот такие вот отличия. Все такие, какая просвещайка интересная была. Какой у тебя хороший голос, кстати, когда ты будешь просвещать. Вот. И они такие, понятно, значит, быстро, может, мы и не ушатаем их. Ну, их всего пятеро же. Ну, конечно, это же минимал. Коробка интерцессора, пятерка, как их больше-то будет? Больше не купили. Да, я не вижу никаких вот этих плазмоганов, хуяну, спешл вепонов. Хеллбластеров нет. А тут опять говорит такой, а я же рассказал только что про их болтер крутые, это болтрайв. Ну, там, блядь, такая тупая просто вот зачитка всего, чего они чем не отличаются, эти крутые боеприпасы. Только не спросили, где он об этом узнал. Может, там как... Кодекс космодесанта скачал. У лейтенанта. PDF-ку скачал. У лейтенанта. Такой, тыщ, о, книжечка упала. Он такой, о, новый кодекс. Ну вот. Ну хорошо. Дзах. Это Векселор, он такой, блядь, да они еще и совсем, по-моему, ебанулись. Они изменили творение Императора и буквально цитируют Имперского кулака. Ну, Дизориан, который, помнишь, там такой, блядь, изменения, уроды! Уроды! И говорит, понаехали. Какой-то магас биологии сможет улучшить то, что сделал сам Император. А если, я думаю, они какие-то пидорасы с изъяном. Нормально. Все обосрали. Все обосрали. А босрыши не могут дать нам бой. Ну, окей, тогда делаем так. Сах, Фалкор, прикрытие. Это коса распоряжается. Ты говоришь, хэви-болтер, снайперская винтовка. Отлично. Вы дальняя фаер-поддержка. Скайриф. И Кифос, мы идем на передовой. Камаклок. Есть камаклоки. Да, остались, там распаковывают. Одевают, отлично. Все остальные... И ты, Скарл, чувак с огнеметом, в первую очередь, по нашим следам, по моей команде, открываем огонь. Все такие, да, сэр, yes, сэр. И пошли. Те прицеливаются, какую-то огромную бочку кладет. Аккуратненько, чтобы тихонько было. Фалкор, ну так хэви-болтер. И все готовятся. Там, на своем руне начертал эту руну, снайпер такой, ну я, блин, готов. И всматривается, пасет. А там такие, примарисы, выглянули там вдаль, посмотрели, ну вот. А эти все, наша троица, в плащах. Стелс. Да, в стелс-режиме, во тьме такая, аккуратно, обходит всю эту баррикадку, пытаясь отрезать пути к отступлению интерцессорам. Аккуратно перенула через баррикаду, перекатилась там. И тут косар такой, атака! И там сразу хэви-болтер. И такая очередь по баррикаде. И одному космодесантнику, интерцессору, в плечо. Отскочило от брони. Подожди, всматриваются. И косар тоже с этим открывает огонь. Но думает, блядь, никакой паники, там ничего. И, конечно, мне было тупо читать, что они увидели, что нету среди рядов интерцессоров. Ну там просто примарис Space Marines. Они не знают, что это интерцессор. Ну вот, нету никакой ни паники, ни удивления. Если бы удивление, я еще понял. Но читать, что удивили, что у космодесанта нету паники. Ну, Малфир, чувак. Ну вот. И они такие, ну какие, блядь. А это типа Сенедорн. Стоборные. Они тоже сразу же пытаются одного ближайшего выкосить. Пробивают ему доспех со спины. Он такой, падает на плечо, такой, one down! Такой, что за хуйня? Тот встает. И сразу такой, и сразу же ответ на огонь. Начинает хуярить. Такие, вот это нихуя себе! Встал, фелк, пэм, в грудину одному упал. И такой исчез в этой бойнице. Нету такой, ха-ха!
готовы уже засечку поставить. Опять морда. Что за хуйня? И с болтером. Ответный огонь. И начинается шпёханье. Карл бежит такой. Безумный огнемётчик. Напоминает, наверное, чувака из Overwatch'а. Пиро, да. Не из Overwatch'а, а из этого самого, из Team Fortress'а. Team Fortress, они все такие безумные, а в Overwatch'е, да, там этот гранатометчик, а в Пиро, да, именно безумный огнеметчик. Подожгу! Только врубает зажигалку, прометиум, дает первый залп, и ему прям в грудину такой бах, болт, он такой, о, повезло, я живой! Но он внутри разрывается, супер там осколочным этим. Ну, армор пирсинг один, АП один. И его там разрывает грудину, он такой, блядь, как больно! Какие-то внутренние органы, возможно, повреждены, он такой, о, падает! Косорбитую хуйню, Ахасор! Медик! Медик такой, понял! А он где-то там дальше идет за всеми. Он же после этого Скарла сразу такой, хватит его! И за какую-то баррикадку оттаскивает. Он такой, вот она ебанула! Лежит. Они начинают стрелять, ну, расправляются с ней, потому что, конечно, косар выхватывает свой меч, и там одному хуяк, бошку просто снес в ближнем бою. Второго хэви-болтером там распотрошил в итоге, поймал все-таки на пинпоинт и очередью фалкор его, ну, разнес хэбэшкой, две лунды снял. А последние два, они там сила двух, дабл драгон, бэкпак, бэкпак, вот такие кружатся, и отстреливаются от них. А Альфа-регион их окружает, и там расстрельная команда. Ну, как-то похуй, потому что броня ранение получил, сел, но все равно стреляет по ним. Ну вот, и думают, блядь, что за хуйня? Тут Кроул выбегает, получает какое-то пум попадание в броню, отскакивает, и как в рестлинге его сбивает. Там так написано, в рестлинге. Ну вот сбивает его и пытается его забодать. Косар такой, ага, все, никто с големом не сравнит свои усилия, потому что это огромное, говорю, там, помните, по второй части говорю, что машина разрушения, типа, Терминатор и Кроул. Типа, никто его не одолеет. Как так? И космодесантник берет такой ему, блядь, берет ему руку, они такие, и наравне борются, Кроул такой думает, да ну нахуй, пистолет, и в лицо. Я расстрелял его прям, шлемак там, башка разлетелась. Потом подумал, никто не видел? Я победил его руками, руками разорвал, серьезно, я сильный, я самый сильный. Последний остался, и там его, да, красиво, там Скайриф с ножами, он его рукой тот переметнул за спину, так думаю, сейчас я ножом в голову, а тот слишком написано быстрый, для космодесантника даже, оборачивается и своим болт-райфлом его бэм, парирует меч, и ему сам въебляет бэм, и такой, о, что за, какой ты быстрый хуй. Ну, а там подскакивает, конечно, наш косар, и ему еще башню сносит. У него там меч экслинг, да, кровище, пим, пошел нахуй. А, понял, хозяин. И обратился туда. И такой, блядь, косар, смотрит, это, блядь, тяжелее было, чем я рассчитывал. Хуйня какая. Восьмая редакция, сучка. Все смотрят на эти ошметки, такие, изучают их. Ну, блядь, паттерн брони непонятный. Быстренько, салвэшим все, что можно. Лутим, быстренько, давай, чего ждем? Такие, понял. Гранаты у них отнимают, там, боеприпасы. Блядь, не, конечно, не подойдут. Винтовка их как? Такие, блядь, она непонятная, как работает вообще. Такие, смотрят, испорчено. Они, блядь, что, перед смертью еще эти винтовки свои гадят? Блядь, походу, да. Ну вот, не подойдет. А, это как бы говорится, почему я не буду с этими винтовками бегать. Ну вот, они такие, блядь, окей. Взяли гранаты, все, что можно. И Халфус такой, косар! Что такое? Смотри, какая штука интересная. Такое-то устройство непонятное. Ну вот, такая круглая хуйня. Сзади псевдомозг какой-то, типа сервитера. Ну вот, и он так... Что это? Датчик движения какое-то. Что? Таймер? Может, это детонатор? Может, они сейчас подорвут что-нибудь, собираются подорвать вместе с собой всем? Тут нет кнопок. Нет кнопок? Нет, если бы они хотели подорвать, это была бы ловушка, тут бы другое устройство. Я пока немного не понял, с чем это связано. Пэм! Оно все медленнее. Пэм! Пэм! Такие, блядь, думают, ну что и что, что пэмкает? Такой, ну, блядь, что-то пэмкает, это, блядь, уже не хуёвое, оно и замедляется, оно работает, неспроста же это. Может, они сигнал подали, но подают через вокс, но через эту хуйню. И тут слышит там, выстрел. И такой Фелк прикончил последнего интерсессора. И так, пэм, пэм. И Халфист такой, смотрит, умер тот.
А если это датчик сердцебиения, если они все умрут, то что-то сработает нехорошее, и нам всем пиздец. Взрыв такой по туннелю. Иксар такой, ну да, это был датчик сердцебиения. Ты смотрел студию Дреда? Ну да. Помнишь, как там большую мамочку выебнули? У нее такая же тема была. Сердце перестанет биться, и все взорвется. Ха-ха-ха, посмеялись. Окей. И такой поток воды. Туда. И такие, блядь, все назад! И давай топить. Кроул, Сайксак! Такой, на плечики. Пойдем, малыш. И вода начинает стремительно прибывать. Трещины. А там иногда такие здоровые смотровые окна появляются из арморглэса, ну, бронированного стекла, чтобы видеть, что, ну, мир подводно наблюдать. Ну, это такие, как океанариум. Да, трещат. Структура начинает там немножко кривиться, потому что разорвало. И такие, пидорасы ебаные! Они знали, что мы здесь будем, блядь! Не удивлюсь, это тот же пидор дал установку, что и с телепортариумом. Кифос такой, да, я слышал! Я у лейтенанта одно имечко успел цепануть. Имечко! Имечко! И Хасор такой потекарит, блядь, да он опять утаивает, еб твою мать! Капитан Дизоря, он же приказал взорвать этот телепортариум нахуй, настоял на своем случае крайности. Видимо, они вот теперь по его инструкции. Косар такой, вот, пидор, пидор стратегичный, хорош, сука, они уже были готовы, видимо, к нашему подходу. Они идут, вода все выше, выше, уже по щиколотку, и чувствуешь, что такой напор, напор, напор. И конструкция начинает трещать, это прогибается, видимо, оседает уже. Такой, мало времени, сколько футов до переборки? Переборки? Махор такой, какой переборки? Халфилс такой, да вот, блядь, твой! Такой, луч света с фонаря, и там как бы туннель, стенки, они такие закрываться начинают спускаться. Ну, автоматически да, блокируют. Опасность того, что разгерметизация, и все, туда заливается вода, начинает, давайте, давайте, мув, мув, мув! Такой, 240 футов, 200 футов! Они такие, какой-то контейнер несет уже такой водой, там кого-то сбивает, он встает. И Косар говорит такой, Кроул, Сайкса бросай! Такой, Филк, возьми Сайкса, давай, Кроул, туда! Кроул такой, да, Косар, ускорился. И ему, могучему этому голему, прям чувствуется, как его напор воды не сильно смущает. Он такой, могучими шагами, настойчиво к этой переборке, а она все ниже опускается, 100 футов! Основная группировка пытается уже по пояс воду превозмочь. Ну, пор все мощнее, мощнее, мусор несет, конструкция эта гудит, скрежет металл глухой. И первым добирается до туда Кроул, но скрывается уже под водой вся эта переборка. И он такой, Кроул, задержи! Тот такой, да, Косар! И тут как вот этот, сука, Конан, ну не Конан Варвар, это... а рыжая Соня. Нет, это из «Игры престолов». Hold the door! Hold the door! Это круче, это был чистый момент в «Рыжей Соне», в старом фэнтези, где Шварценеггер тоже там такая штука опускалась, и он такой, нет, подбегает первый, берет ее такой, давайте, и такой, нет, мышцы у него все, я как говорил, с пенопластовой стеной, когда он держит пенопластовую стену в кино, и все такие под низом, а потом такой, поднимает руку, как и сам туда проныривает. Это тоже стоит такой, давайте быстрее, но написано, что Кроул пытался буквально-таки сдержать мчащийся на него лендрайдер. Огромную многотонную стену армированную. Вот. И у него руки уже такие вниз, вниз, он такой под водой скрывается. И такой глухой такой стук. Она сомкнулась прямо перед ними и такие, блядь! Кроул такой бух, из воды выныривает, у него такие культяпки оторванные. Он до конца не отпускал, даже когда он пытался поднять ее, даже когда она опустилась и отдавила ему кисти рук. Там такие кровавые. Это не очень умно. Ну, что поделать? Будьте терпеливы. Я Space Marine. Вот, они такие, еще, еще идея, быстро думаем, мозговой штурм. У меня рук нету, типа. Хафнус такой, отличная полторы идея. Минуты, у нас полторы минуты есть, полторы минуты. Сайкс, где Сайкс? Фелд такой, из воды. Вот Сайкс, все нормально. Планы, 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 подрыв, подрывай эту тему. Мне нечем подрывать ее. Все, это был последний мощный заряд. Все, что у меня есть, я эту хуйню не подорву. Кагитаторы. Нету, ни хера нету. Не открыть ее, она герметична. Думай, 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 думай. И тут Фалкор такой, идея, технические туннели. Халфьюз такой, точно, технические туннели. Смотрит план такой, назад, все обратно, баррикадам. И идут
уже этот поток-то набивает, и уже все, по грудь, и они понимают, что все, и что-то накроет. И немножечко осталось. Ну вот. И Кассандра думает, такой, бля, человек, Сайкса, беречь Сайкса, он же не выдержит этого. Ну мы-то хорошо, мы еще продержимся. Только-то под водой. Но потом давление. Давление-то никто тут не будет тут сдерживать. В итоге нас тут просто вот так вдавят. Ну час и все. А человеку нужно меньше минуты, чтобы он тут сдох. И потому давайте ускориться. Альфа-легион, вперед, давай. И таки набегают на баррикады. И как раз там такой... Отсек сбоку находится технологический, который сомкнулся. Там тоже такая херня. И такие, блядь! И Кассар такой, они пытаются всплыть немножко, всплывают на поверхность, как могут. Такие, обсуждаем, давай, думаем, что надо делать. Кафлис такой, блядь, я не открою ее. Кагитатор же не будет меня слушать. Замыривает такой, открывает кагитатор. Такой, я не открою. Просто так не открою. Ковыряется и думает такой, да, реально не открою. А, сука, так и есть. Нету такого режима, что типа, я закрылся почему-то, открыть мне. Нет, автоматика полная работает. Всплывает и говорит, Кассар, блядь, нужен какой-то план Б. Какой, блядь, план Б? Фалкер такой, ага, блядь, вот так вот. Походу мы здесь все его тонем нахуй. Отличная работа. Заебись план придумал, чувак. И тут Халфиус такой думает, мысль такая, есть идея! Ныряет куда-то там. Подходит, подплывает. Все-таки написано, что круто никак в очень крутой раб Хорна Бога. А им тяжело дается, когда они в пауэр-арморе. Даже вынуждены, потому что они хватаются за обшивку и придерживаются, потому что их тянет и еще поток. Ну вот, вдавливает все это. Ну вот, Халфиус к интерцессору подплывает, снимает с него шлем. И такой выныривает, такой открывает шлем. Ну, блядь, надеюсь, что они много этой хуйни здесь не изменили. Начинает ковырять, какие-то шланги выдергивает, такой пшшш, воздух, я такой зажимает шланг, заныривает обратно, раздвигает агитатор. И там какая-то такая маленькая трубочка, ну, заполненная водой. И он берет такую, ее соединяет с этой хуйней, выдувает всю воду оттуда, выносит и пускает воздух туда. И машина такая пшшш. Сухенько, можно открыть. Датчик воды. Зеленая, да. И такая, тж, открывается, и такая, волны туда уносит. Он такой шлем сдирает за собой, она такая, о, мокренько. И такая, дверь такая, скрипят. И такой, махор такой, первым встает на ноги, такой, берет за эту дверь, и такой, помогает ей закрыться сквозь поток воды, который туда прет, такой, закрывает дверь, загерметизировала. Они в таком кессоне оказались. Да, ну, между технический вот туннель, да, между туннелями. Они такие, заебись! Вот это была хорошая мокренькая прогулочка. Халфиус пиздил два шлема. Ну, Халфиус вид такой, спасибо, что не все еще такое технологичное, охуенно инновационное, не как у нас в России, да? Мало инноваций еще в Империуме. Все новое, это хорошо забытое старое. И такой прикрепляет себе два этих шлема интерцессоров, снимает с швой, а он поврежден очень такой, смотрит на него, блядь, а он уже поврежденный, и закрепляет рядом с ними, потому что уже его шлем приходит в негодность. Все такие, дышались, смотрит, Кассар, где Сайкс? И Фелк кидает, а там Сайкс, юб твою мать, Ахасор колдует над ним. Все, Сайкс no more. Сайкс dead, baby. Сайкс dead. С голосом Брюса Уиллиса. Такой, блядь, и что же это делать? Что же теперь остается, Ахасор? Я тут бессилен. Давление. У него все органы просто в лепешку, ноги. Все давление это морское, оно просто там его в лепеху. А, и он захлебнулся банально. Глаза все краснющие. Фалкер говорит, видимо, это все. Все закончено. Пора сюда тогда валить. Вот, this is the end, господа и братья. План, значит, может измениться. Пойдем наверх, отберем корабль и... Как хотели сразу, в начале. Да, транспорт и к звездам. Каким звездам, говорит Кассар, какие звезды, блядь, мы далеко не улетим. И Псах добавляет, конечно, наших сил не хватит, чтобы отвоевать что-то, что может путешествовать сквозь варп. Нас же осталось-то скулькин нос. Нам не хватит для захвата. Ну, мы хотя бы пытаемся. Ну, Фалкер не может угомониться. Мы никак не можем остановиться просто на этом. Либо мы можем взять то, что наше по праву, и это придаст нам силы. И тогда мы точно сможем свалить отсюда. Нужно же всего ничего протянуть руку и взять. Взять это, оно же висит, как груша, которую можно скушать. Ксар такой, ай, блядь, да не будем мы присягать темным богам, ты заебал уже с этим. Хер тебе, а не рабство лживых богов. Хер! Такой, да какое рабство? Рабство, вы же видели, я видел. Видел только силу.
в силу в этих вот огромных чемпионах хаоса, которые ходили. И Ахасвер говорит такой: да, ходили. Ходили по Бладфорджу, где они сейчас все? Они же все мертвы. Мы победили всех. Но победили, ладно, всех. Но мы брали числом, возможно, может, умением. Но силу-то не может никто отрицать, которая шла через них. Все-таки замолчали. Но вы же знаете, что я прав. Я же прав. И тут все оборачиваются. Ахасвер такой: ёб твою мать. И Сайкс такой отстрыгнул воду, встает такой: а я ничего не пропустил? Что-то мы обсуждаем? Они такие: блядь, Господи Иисусе. И Косар такой: видишь, Фалкир, нахуй нам не нужны твои боги. Мы и без них справимся. Вот так. Кара не сдается и идет дальше выполнять свою миссию. Так что давай, бросай всю эту хуйню, свистопляску. И дальше обсуждать всякое, что теперь дальше делать. При этом Ахасвер разговаривает с Косаром. Блядь, ты это видел? Такой: твой-то вот видел ты. Это ж пиздец. Я отвечаю: все, блядь, внутри форшмак, там уже. Я бы, если бы не знал, что это человек, подумал, что большая пельмешка доставала его. Влажная пельмешка, глаза красные, давление, ну, полопался, мозги полопались. А теперь смотри, как будто так, похлебал немножко водички. Темные боги, блядь, даруют своим внутри, последователям. Да. Это такой: да, я понял уже, я с ним общался, да. У него внутри страшные вещи творятся. Но до тех пор, пока миссия у нас одна, будем ее исполнять. А вы когда пойдем к маяку, Ахасвер, ты поглядывай за ним. Мы туда подойдем к маяку. Мы еще к этому вопросу вернемся. Я пока не думаю об этом. У нас куча других дел. Ну ладно, Косар, я доверяю тебе. Я знал, что ты будешь приглядывать сам за ним. А сами теперь думают, что делать. Кроул в руках держит Сайкса. Кисти у него, как у Дэдпула, маленькие. Отросли. Не регенерировали кисти. Очень быстрая регенерация. И он держит на руках помятого Сайкса. Халфиус с двумя шлемами сидит такой над китайской панелью. И что-то там делает. Внешне, между этими отсеками. Они перед другим туннелем, вход открыт, вот, и обсуждают: ну что будем делать? Халфилс такой: ха-ха, ну у меня есть хорошие новости. Радостно. В общем-то, идти обратно займет у нас по этому туннелю часы. Уйму часов. Но мы можем вернуться обратно. Если пойдем дальше, вот он камень буквально-таки, друзья мои. Налево пойдешь, пизды обведешь. Направо пойдешь, вот там чуть дальше пройдешь, и опять будет развилка. Пойдем снова по одному туннелю, сделаем большущий круг и завернемся обратно в наш хаб центральный. Вот. А если пойдем направо, то этот путь приведет нас прямиком к Улью. Но, как я и говорил, те самые вторые 20 миль. 20 миль. Ха-ха! Махор смеялся: а толку-то, пешком же будем идти, да туда пешком пойдем, а потом до Ульи будем топать пешком. Это дохерища времени займет. И я считаю, что все, возможно, будет решено. И остальные поддерживают: да. Косар такой кивает: да, это займет слишком много времени. Те же самые часы, только если. И Халфилс такой: да. Ту-ту. Эта панелька как раз та самая, которая нам была нужна. Так что, парни, мы не обосрались. Добро пожаловать на борт, потому что скоро подойдет поездочек. Вызываем поезд. Тю-тю. И конец на этом. Он добрался до панели кагитатора, которая оказалась связанной. Это кусок центрального этого хаба. Кусок хаба, который им был нужен в этой точке, охраняемый интерцессорами. И они, да, вызывают поезд из... Из депо. 21-го, да, туннеля. Ну, в следующей серии поездка на поезде, на подводном. Там такая поездка. У них там будут друзьяшки хорошие. Там очень вот крутые друзьяшки будут. Вот и узнаем. Там как, блядь, Unreal Tournament карта была с поездом. Там такой же пиздец будет. Спасибо, что посмотрели. Все. Можно в комментариях обсуждать, кто, как, что умрет дальше. До сих пор ваши ставки, господа. Я помню, кто о чем писал в прошлых комментариях. Возможно, кто умрет в следующем выпуске. Мы же не знаем. Скарл, который ранен, он самый отстающий. Его же там надо тоже подлатать. Кстати, Ахасвер сказал, что Скарл нормально. Он жив будет, жизненно важные органы не задеты. Ну вот, но ему надо поберечь себя. Он все-таки не Кроул, который генерирует. Ну, посмотрим, что дальше. Да. Спасибо, что посмотрели этот выпуск.
Увидимся с вами через неделю, продолжим. Это останется 4 до конца выпуска всего этого чудесного романа. А дальше поспекулируем в самом конце. Благо, спекулировать есть о чем. Тем более еще и Харн появился. Да, вот такие пироги. Кто ждал Харна? Никто. Nobody except Spanish Inquisition. Вот. Да. А тут Харн целый. Никто не ожидал. Как пафосно появился. Да. Все, вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Увидимся, ребята. Почти не боль.